Я надеюсь, что больше никто не уйдет из депутатов. Я думаю, что они поработали достаточно для того, чтобы убеждать. Я знаю, что они говорили и с другими депутатами. Тем более, есть депутаты, которые при необходимости скажут это публично, кто с ними вел переговоры, на каких условиях, сколько им предлагали и так далее. Поэтому я думаю, что те, которые хотели туда переходить к ним, они уже перешли. Тем более, у нас была беседа во фракции после этого. Я не видел людей, которые колеблются в этом смысле. Что касается перехода из районных организаций, советников и так далее, я думаю, что они будут пытаться, конечно. Но наше оружие – это убеждение. То есть я видел пост господина Канду вчера, что эти примары из Дандюшан, было оказано давление на них, мы их пугали чем-то. То есть вот мне интересно, чем на сегодняшний день Демпартия может оказать давление, пугать там и все такое. Да, может быть, в прошлом какие-то методы применялись. Но на сегодняшний день, то есть наше оружие, это просто убеждение и говорить правду. Поэтому я всегда буду говорить правду и буду говорить об этом столько, сколько будет нужно для того, чтобы люди понимали. Поэтому я не знаю, что господин Воронин славится в таких твердых декларациях. Эпатажных, так скажем, заявлениях. Не всегда они сбываются.